нравится редактор карт в тылу врага, где вы можете менять всю карту и создавать новые локации и миссии. А в армии такого нет. И вам от этого грустно? Все решается. Don't worry. Бонжур, майнеры и строители, и любители редакторов карт. Сегодня у нас перспективный мод, который принесет в редактирование карты в армии то, чего всегда не хватало. Это смена ландшафта. Да, это еще не тот мод, который меняет всю карту и объекты, но все же, с чего-то нужно начинать. Что это за мод? Мод под названием Deformer. Мод позволит вам почувствовать себя водителем бульдозера или экскаватора. То есть, вы сможете изменять рельеф карты под свои нужды. Хочешь сделать озеро? Так сделай. Хочешь себе сделать ров или окоп? Без вопросов. Или наоборот, сделай гигантские вершины или даже небоскребы. Вот примерно то, что я сумел сделать за 5. Минут. Как вам нравится? Как это сделать? Shift плюс Y. И у вас запустится панель инструмента, на котором все расписано и понятно. Но нужно знать горячие клавиши. Запоминаем. Контр левый плюс единица, что над буквами. Эта комбинация вам дает вырастить или поднять форму. Контр плюс двойка опустить форму. Контр плюс тройка – это сглаживание. Контр плюс 4 – выравнивание. Также возможность спрятать траву, выровнять территорию, задав конкретную высоту, прикрывая объекты и поверхности, или наоборот открепить и оставить их в воздухе или под землей. Эта модификация отлично подойдет с такими модами, которые добавляют разные траншеи, бункера и укрепления. К сожалению, этот симбиоз меня не получится вам показать, потому что Steam не хочет скачивать эти моды. Я их скачиваю, но в лаунчере их не видно. Кто знает, как решить проблему, пишите. Я надеюсь, это видео было интересно. Пишите свои мнения и au revoir.